какая красотища здесь в Чаттануге. Там, как его... Не помню, как это называется. Я думал, это вообще это как музей чистого. Знаешь, ну еще небольшой. А там очень круче. Там, блядь, там стоят. Ночью там так круто. Это за аквариум вверх. Тут, который аквариум, туда вверх. Пиздец спал. Тысячи. У меня просто не было этого. На телефон разряжен был, и у меня все равно у меня постать эти видосы. Я еще туда схожу, пока буду. Там пиздец. Красотища, ты сидишь. И там круто, так жутко сделано. Ну, жутковато. Знаешь. Как там парк, что-то там называется. А там музей, мюзиумов, там что-то там. Ну там круто, пиздец. А ночью он закрыт, но там он ночью круто гуляет, знаешь. И там тараканов осмотрит. Знаешь? И там потом можно спуститься, там под хайвей, и там я спускался. Ой, я там залез на одну штуку. Спрыгнул. Знаешь? Там мостик, там как раз там хорошо. Знаешь? Я сейчас толстый, знаешь, все равно будет нормально. Знаешь? Кстати, там, сейчас рассуждал. Это вы, значит, дамочки, я сейчас про динозавров расскажу. Потому что с булавой этот динозавр, наверное, есть такие даже с этим, с пацаном. Ну да. А, не трицератопсы и так далее, а вот эти. А, крутые тоже, знаешь, классные. У них булава на хвосте. Я думаю, что там кости нет, я думаю, что это кожа, потому что иначе больно было бы кости. А кто думает, ну да, что, в хвосте разве есть у кого-нибудь кости? По-моему, нет. Костей в хвостах нет. Соответственно, у него там, что отдельная кость, костный скелет един. Мы сейчас поняли, вот это да. А потом ты уже там рассуждал еще кое-что, а что вам так, ну, что здесь есть? Знаешь? Ну, просто вам не говорят, что с исторических раскопок. Знаешь, и мы знали, что здесь есть. Вот видите, мы исторические раскопки делали и делаем тоже. А это уже, это, а то выпускаешь, что только сейчас. Знаешь, это значит, соответственно, лярвы, которые сюда приезжают, вот эти конки, и эти СНГшницы, и кто-нибудь еще, это не выстроили. Мы это увидели сейчас только, вы тоже только сейчас увидели. С нами делитесь, нас слушайте, что социальное устройство не по конституции, а так мы контролируем полицаями вас. Вы чем нам докажете, приезжают на эти земли, здесь амазонки живут, вы чем нам докажете, что, грубо говоря, вы это построили, а не вы приехали сюда раньше нас и это себя прибрали. Ну-ка давайте с нами делитесь, невозможно это построить так, а кто строили? Какие-то развитые, а амазонки это не развитые. Вы вот приехали на землю Амазона, где все они построили, им такое прогонять. А в Китай вы приехали, в Пекин, в Шанхай, там мегаполисы. Вы бы там стали прогонять, что это не они построили? И что с вами должны делиться этим? В Токио. А здесь, а вы амазонкам такое решили, да, прогнать? Потому что что? Потому что амазонок здесь, потому что амазонки просты вообще нет, а там просто, там тоже просты вообще не все, но там просто их, ну, тех, кто там, там, вы знаете, что там кунг-фуя. И там что, как вы, как вообще, дамочки? А вы что, ну амазонки вы такие же, как мы, такие же, как вы, как лярвы? Что, там представитель другой, сейчас что-то начинается, пиздец. Что не смогли бы никогда такое построить, что как вы, да? Амазонки, как вы. Лярвы. Дамочки, охуели, что ли, совсем, блядь? Шмары, блядь, беспардонные эти, блядь, ебаные, блядь. Эти, блядь, лярвы, знаешь, эти хохлушки СНГ-шки. Да! Че, охуели? Что? А че, срашки тоже эти прогоняют, эти лярвы? К вам вышли австралопитеки в Москву, блядь, с пещеры такие, ну-ка делитесь с нами. Нас здесь слушайтесь, мы социально... Вот вы пришли сюда, здесь так. Вы почему свои правила здесь устроили среди этих зданий? Это не вы их построили. Это построили какие-то другие развитые цивилизации. Мы максимум, вы такие же, как мы максимум, что в пещере, в пещере поселились, которая до этого там была. А вы говорите, что это вы построили то, что здесь построено. А это то, что вы сейчас строите, это вы просто посмотрели уже на это, как здесь построено, и здесь стали технологии использовать. Почему вы свои правила в этих зданиях, знаешь, среди этих зданий установили? Ну-ка, мы нарядились, скопья взяли, знаешь, вас, нас слушайтесь. А мы говорим, что так. А эти, ну мы раньше... И что? Свои правила установили? Здесь это не вы построили. Это построили кто-то еще, а вы здесь... Мы тоже здесь можем жить, а мы свои правила установили. И здесь они также, то есть, про поводу Конституции, да, вы орете эти лярвы всякие? В полицаев наряженные вот эти пидорки, дятелы. Так? Что, почему здесь Конституция, а мы свои правила здесь? Это все равно не вы строили. Что здесь? США, здесь история.
50 президентов были. Все это как здесь застраивалось. И здесь Амазония, а Канада – монархия. Здесь правила установлены с Канады, конституционные. Ну, Ляровый, ну-ка.